Ночью минус, днем плюс. И как итог, на дорогах гололед. Под капризы погоды приходится подстраиваться даже тем, кто за рулем много лет. Ведь на кону безопасность как водителей, так и пешеходов. Водители почувствовали, что лед сошел, снег, и начали чувствовать себя более уверенно на дороге. Приходится, конечно, быть более внимательными. Чтобы весна не вскружила водителям голову, инспекторы ДПС приводят их в чувство. Останавливают для проверки документов и напоминают о правилах безопасности на дороге. Человек, когда едет за рулем, не в силах определить, когда, например, погода меняет свою температуру с минуса на плюс. Естественно, появляется ледяная корка, и какую-то определенную модель поведения ему нужно, конечно, выбирать, изменять что-то в своем движении. Чтобы профилактическая беседа не испортила весеннего настроения, автолюбителям вручают памятки и небольшие подарки. Это не так часто бывает, но это очень приятно и мило получить подарок от сотрудников дорожной службы. Приятно, что помнят о водителях, предупреждают, что правила соблюдали, уважали друг друга. Это хорошо. По данным госавтоинспекции, только за первую неделю марта в области произошло порядка 20 ДТП, в которых несколько человек погибли. Инспекторы ДПС напоминают: безопасность в наших руках. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.